Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на MyCSGO. У меня на балике 11 897 рублей. В прошлом видосе мы дошли до балика в 33 тысячи рублей. Мы там подняли плюс 8 тысяч за один видос. Меня там хорошо MyCSGO купал. Но я катал вне ролика, тестил вот эти вот новые кейсы. Lerfall, вот этот ESL, iPhone 15 тоже тестил. Открывал майнинг кейсы, пытался выбить что-то из фейда. Короче, слил я баланс, причем, ну, не слабенько. Буквально часов 5-6 назад, наверное, да, я утром пытался сидеть, что-то открывать кейсики. Ну, сегодня в идеале камбэкнуть весь баланс, который мы просрали. Но я понимаю, что тяжеловато камбэкнуть плюс 22 тысячи рублей. Если мы поднимем хотя бы плюс 5-10 тысяч рублей к балансу за видос, я, в принципе, буду доволен результатом. Ладно, полетели со старта. Откроем Ice Age. Так, где у нас кейсик Ice Age? Это уже традиция начинать с него. 5 штучек на 3565 рублей полетели. Давай, давай. Надо прям с первых 5 кейсов меня хорошо окупать. Так, первое у нас Кровавая Паутина, Опустошитель. Ну, что-то, кстати, как будто слабовато. Но Опустошитель, Кровавая Паутина... Давайте еще 5. Так, с этих 5 кейсов нам падает перчатки изумруд, гидра, неплохо опустошитель, МК Нюнуар, МП7 дух без. Слушайте, а перчатки сколько стоят? Мы со старта поднимаем плюс... Ой-ой-ой, тяжело, почти много, очень много денег мы поднимаем. Плюс 5000 рублей к балансу мы поднимаем. И начало видоса максимально успешное. А самое главное, начать ролик в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так и вы закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотел покатать на MyCSGO, так же как и я, вы можете при пополнении ввести промокод 40 никелар и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Ладно, полетели дальше открывать кейсы. На балике 16090 рублей. Я хочу вот iPhone 15 открыть, потому что я вне ролика открывал этот кейс, и он мне на самом деле неплохо выдавал. Я там в основном все слил в майнинге. Плюс это новый кейсик, а все новые кейсы в начале на любом сайте должны хорошо окупать. Потом, когда люди привыкают к кейсу, они обычно снижают у них окупаемость. Так, снежная буря, неплохо. Ну вот остальное так себе, только снежная буря здесь более-менее. 2400, давайте еще 5 штук попробуем. Так, PD-150 Франклин, снежная буря, опять дуалити, но уже, уже как будто получше, да? Сколько выпало? 3500? Ну, плюс 300 рублей, слил я больше, конечно. Ну не, ну как-то не выдает, давайте еще 5. Ну вот он уже мне, ну выдавал мне, я даже вне ролика выбивал Wildfire за 6200, ну сейчас вообще не выдает. Ну давай, Wildfire, можно мне? Я понял. Ладно, на балансе... Ой, 12 тысяч. Зачем я вообще нахрен начал открывать этот кейс? Так, ладно, давайте тогда попробуем еще раз Ice Age открыть. Maybe 10... Ну, хотя, да ладно, давайте 10 штук на 7130. Это хороший кейс, я в него верю. Давай, я почти олыню в тебе. Ну ладно, не олыню, почти олыню. Там, процентов 70 баланса. Ну, перчаточки пролетают. Ну, что это такое? Ну, 5500. Еще 10 быстро. Ну вот уже Цербер, Опустошитель. Ну 5600, ну еще 10 быстро, пожалуйста. Так, вот, 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 сейчас хорошо, да? Вот, сейчас, вот, 8600, ну бля, 8600, я слил больше. На балансе 10559 рублей, давайте Сквидвард одну штуку за 200. Угу, спасибо за Медузу. Спасибо за Медузу, но там она в миллиметре была. Кумичу Драгон мне падает. Да не, ну, бля. Ладно, когда мне не выдают дефолтные кейсы, которые я обычно открываю, надо идти в майнинг. Например, майнинг ножа с первых 10 раз. Можно выбить ножик? Мы, это я вижу по ленте событий, то что я выбиваю на ваху африканскую сетку, не зря решил еще 3 раза открыть этот кейсик. Мы продаем на балансе 14 тысяч, мы опять выходим в плюс, и это меня не может не радовать. Так, у нас еще есть 676 MyCSGO поинтов, давайте на них откроем какой-нибудь, давайте White Collection, 5 штук, я хочу много открыть бесплатных кейсов, вдруг что-нибудь хорошее упадет. Ну да, хороший упал, 390 рублей. Так, ладно, продаем на балике 14470 рублей. Я хочу попробовать открыть какой-нибудь самурай. Одну штучку за 2600. Ну, прям хочу рискнуть. Так, нам падает АВП элитное снаряжение, но это так себе. Еще одну. Ну, опять АВП элитное снаряжение. А что-то новое можно отсюда выбить? Ну, не только АВП элитное снаряжение. Нельзя, я понял. На балансе у нас 9768 рублей. Ice Age 10 штук. Давай, ты меня сегодня вначале порадовал, потом расстроил, потом опять чуть-чуть порадовал. Сейчас пора просто радовать. Без того, чтобы я расстроился сначала. АВП красная линия. Ну, кстати, неплохо. По идее 9300. Отлично, давай еще 10. Давай. Да, блин, ну реально, ну опять, ну... Ну, дерьмо падает. Да, на балике у нас 5317 рублей. Может, я перчатки сегодня выбью? Я выбил, да не, подождите, все-таки. Тут, походу, как бы ширп он повысился в цене, а шанс на перчатки ножей остался таким же, но меня все устраивает. Мы продаем, кстати, опять выходим в плюс. На балике 12688 рублей, неплохо.
Так, но нам надо как-то еще жестче окупиться. Я предлагаю рискнуть Сквидварда открыть 3 штуки на 6555 рублей. Сквидвард — это тот кейс, который может выдать. Хайпербист, Кумичу Драгон, ну и Пондис Рей. История о драконе у нас тоже в миллиметре. Уже и Медуза меня забайтила, и Делор меня забайтил. А как-то может что-то пора уже выбить хорошее, а не просто байтить меня. Спасибо. Галил Сербер тут единственный самый дорогой, все остальное дерьмо. Ладно, на балансе у нас 7800 рублей. Давай, я в тебя все-таки верю. Красная линия, неоновая революция. Две красные линии. Ну, три красные линии. Нет, найс, 11300. Я что-то считаю, вижу одна, вторая, потом вижу третью красную линию. У меня уже язык заплетается. Так, ладно, продаем. На балике у нас 12101 рубль. Неплохо. Бербрик, одну штуку за 3167 рублей. Пустынный постанец. Сколько ты стоишь? Ну, 338 минус 30 рублей. А, ну какой коммемуримэйшн, блядь. 10240 рублей на балансе. Ладно, каваи, 10 штук на 8440. Я сюда выбивал и ножи, и перчатки, и кровавый спорт калашек. Как будто надо повторить. Король драконов вижу более... Ну, Йосп Нинуар, Легион. Ну, 7600, еще 10. Без комментариев, 5 часов. Мы топчемся на месте. Мы поднимаем 12-13 тысяч, сливаемся до 5-6 тысяч. И вот мы реально в этом промежутке просто стопимся. И все, мы ничего никак вообще с него сдвинуться не можем. Аквамаринка, неплохо, кстати. Еще одна. Айрлок, спасибо за Айрлок. Ладно, чё, может быть второй раз выбить ножик пора? Ну, может еще 5, ну выдай, ну пожалуйста. Ну нет, он не выдает. Ладно, я хотел сказать, что у нас еще есть 536 MyCSGO поинтов. Я, конечно, понимаю, что шанс на камбэк минимален, но почему бы не попробовать? Black Collection, две штуки вот так вот открываем. Василийский сланец, кстати, неплохо. 600 рублей, это мне нужно было. И когда нас все сливает, куда надо идти? Правильно, в Сайрекс Майнинг Кейс. Полетели отсюда пытаться побивать. Так, СГшечка. Но мне нужен скар. Мне нужен скар за 4400. В идеале мне нужен скар. Давай, давай, родной, выдавай, выдавай, выдавай. Скарчик или эмочку? Хотя бы эмочку за 1700. Дальше попробую еще раз выбить ножик. Я вижу, мне эсочка падает и СГ одновременно. Найс. Так, мы продаем на балансе 3200 рублей. Но уже вот как будто есть шансы. Давайте попробуем еще раз перчатки повыбивать. Может, раза 3-4. Еще разочек, может сейчас, ну, какие-нибудь самую убогую пару перчаток. Нет, 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 не падает. Так, ладно, балансе 3254, а если чип Knife Mining попробовать 3 раза? Ну, а вдруг сейчас ножик нас... Ну, конечно, сегодня уже выбивал ножик, и он явно мне сегодня не хочет ничего больше давать. Но я хочу пробовать! А, это не я, я увидел ножик в ленте событий, думал, это я выбил. Ну, конечно, это не я, ну как я могу выбить ножик? Любой может на сайте, я нет. Еще 10, еще 3 раза. Еще 2 раза. Но там все время так близко, но он не выдает мне. Третий раз. Нет, ножик мы не выбиваем, к сожалению. Последние 2 раза. Последние 2 раза надо сделать, чтобы было 5 всего попыток. Не, ножик нам не падает. Ножик нам, к сожалению, вообще не падает. Хорошо, ладно. А какой кейс еще хорошо купает, верно? Ice Age, одну штуку за 700 рублей. Бля, ну какие турбо-двойники? Ну ты мудак, что ли? Класс Афины, но это тоже плохо. Королева пуль, ну уже как будто получше, но 732, да все равно слабо. Ладно, полетели-то в Сайрекс Майнинге сидеть, как будто вот единственный кейс, который меня сегодня радует, это Сайрекс Майнинг. Мне, это мне, да-да-да, мне упал скар за 4400 рублей, так. Так, продаем на балике 5256 рублей. И теперь, что нужно сделать дальше, чтобы камбэкнуть? Попробовать 2 раза нож. Если не получается, хрен с ним, уходим. 2 раза. Не, реально, 2 раза я больше не буду. 2 раза. Второй раз не падает. Вот я хочу еще раз попробовать, но мне кажется, это плохая идея. Еще разочек. Но нет, ну, блядь, ну не падает. Мне как будто, я не знаю, мне хочется крутить... Мне падает ножик? Мне падает ножик! Да, не зря, не зря. Вот я послушал свою интуицию, я понимаю, что это хоть не супер было правильно, но я послушал интуицию. Мы поднимаем баланс до 13038 рублей. Мы сегодня подняли, получается, плюс 1500... Ну, нет. Мы где-то плюс 1200-1300 рублей к балансу подняли. Не супер жесткий результат, но ничего. Самое главное в плюсе. Мы только что дошли до баланса в 700 рублей. И каким-то чудом в последний момент камбэкнули. 700 рублей до 13 тысяч. Но мне кажется, вот на этой прекрасной ноте можно заканчивать видос.
вопрос. Мы сегодня не подняли супер много, но зато был красивый камбэк. Для видоса, мне кажется, прикольный контент. Также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на MyCSGO, вы можете при пополнении ввести промкод 40NIKILAR и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой видос 100% можно, потому что все-таки красивый камбэк 700 рублей до 13 тысяч. За это можно по-любому и лайк, и подписку, и комментарий поставить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.